Федеральный центр будет и дальше оказывать помощь регионам, чтобы сбалансировать местные бюджеты. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев на совещании, где обсуждались расходы на ближайшие 3 года. Премьер отметил, на финансирование социальной сферы заложены значительные средства. Всего государство предоставляет регионам почти 100 различных субсидий, и эти деньги, подчеркнул глава правительства, необходимо тратить максимально эффективно. Регионы должны стремиться, конечно, к сбалансированности, к самодостаточности своих субъектов, учиться зарабатывать необходимые средства, проводить ответственную и рациональную финансовую политику. На стимулирование такой работы должны быть направлены все механизмы межбюджетных отношений. Естественно, что по основным направлениям, по социальному развитию, по здравоохранению, образованию, по сельскому хозяйству, по дорожным вопросам федеральный центр и дальше будет оказывать регионам необходимое содействие. У нас существуют планы по этим направлениям, мы их будем осуществлять. Оптимизация бюджетных расходов было посвящено и второе совещание, которое провел сегодня Дмитрий Медведев. Премьер-министр подчеркнул, необходимо сократить неэффективные траты, сохранив в полном объеме финансирование важнейших программ в социальной сфере. Особенно тех, которые непосредственно затрагивают интересы миллионов людей.